Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим. 26 января. 26 января. Букеты, букеты, букеты. Так, ну, кто-то, возможно, запланировал какую-то уборку, чистку в доме. На самом деле, день должен быть хороший по карте Солнца, я всегда говорила. Замечательный день должен быть. Найдутся какие-то возможности, ключевые решения, найдутся все, что не дает ночью спать, о чем мечтается, думается, грезится. Все это будет реализовываться. Также карта метла здесь вот мне не нравится, но она идет за солнцем. Метла за солнцем, потому что метла — это всегда какой-то конфликт, раздор. Метла может указывать на взаимодействие с окружающими, может означать какую-то несчастную любовь или же наказание какое-то. Но здесь рядом, она тем более рядом с деревом, он у нас идет, может означать и какой-то болезни. Так что одевайтесь, будьте. Сейчас я посмотрю, метла. Ну, здесь метла нам говорит, скорее проиграется, что связано с каким-то королем, мужчиной, который где-то пропал, в неадеквате находится, не выходит на связь, и вы от него ждете весточки, сообщения, внимания, он не проявляется. Все это, конечно, может быть негативным образом сказываться на вас. Но здесь говорится карта о том, что главная карта здесь — Солнце по центру, ваши новые начинания, дети, что-то новое, перспективное, идущее еще и робкими шагами вперед, устремиться к Солнцу. Так что берегите себя, не болейте, не изводите себя какими-то мужчинами. Лучше отыграйте эту карту метлы, как уборка в доме. Когда оно все ненужное, нелепое, мы все отбрасываем, выбрасываем, выметаем по метле из избы. Мечтания, желания исполнится. Все это закрывается новым королем, новая дама, видите, с королем. Здесь карта цветочная. Цветочные карты в раскладе Ленорман всегда говорят о счастье, о получении этого счастья. Поэтому не расстраивайтесь. Здесь у меня целая эта кучка выпала. Но здесь говорит, рано или поздно, понимаете, придет эта любовь. Придет этот товарищ, причем это будет, скорее всего, у тех, кто смотрит этот расклад, какой-то, вот кого интересуют любовные дела, то это, скорее всего, будет какие-то, получите сообщение от друга, который всегда был другом рядом с вами, и вы ничего такого не подозревали, получите от него признание в любви. Он не сможет сдерживаться и расскажет вам об этом. Но это не произойдет не в это число, понимаете, это произойдет позже. Когда это произойдет? Это будет счастливое событие. Я только что посмотрела на карту, когда это произойдет. Опять он, любовник этот, выходит. Причем у кого-то может проиграться здесь, что этот товарищ издалека, что вы с ним... Да, и вот он приедет к вам. Этот товарищ издалека. 24-е здесь примерно выходит число. 24-е. Что 24-го? 29-го. С 27-го по 29-го, так вот я бы сказала. Здесь и страстное свидание, и любовь у кого-то, и неожиданное. Но это кого касается любовной темы. Для всех остальных, у кого не касается любовная тема, то здесь у вас идет, во-первых, первая карта — ребенок. Это наивность, ранимость, начало нового пути, выбор возможностей. Дальше карта Солнца говорит о том, что вы идете в ногу со временем, что вы восприимчивы к новым идеям, к новым перспективам, вы добьетесь гармонию, добьетесь высоты. Потому что с Солнцем это всегда только улучшается. Следующая у нас карта идет, карта сама по себе Солнце, она прекрасная. Я всегда говорю, это лучшая
Карта в колоде Ленорман – это туз бубен, это удача, счастье, успех, благополучие. Дальше идет сочетание с картой метла. Ну, метла здесь вы как будто не достигаете чего-то. То есть, возможно, вы продвигаете свое новое начинание, видите вот этот свет в конце тоннеля, а потом что-то такое слетается со всех сторон и мешает вашему развитию. Но кому-то здесь мешает магия, кому-то здесь мешает женщина злая, подлая, коварная, которая не любит вас, которая специально устроивает интриги, сплетни, скандалы вокруг вас. Змея – это подлая женщина. Сможете ли вы с ней побороться? Да, сможете побороться вы с ней, и придет к вам благополучие. А что будет с этой змеей? Опять она же выпадает. Что с ней будет? А? Ее отсекут из вашей... Ее уберут из вашей жизни. Коса вышла. Так что, дорогие мои, не переживайте. Не думайте, что это какое-то наказание. Просто такой... затруднительный этап в жизни, вы выйдете к своему счастью, к своему успеху, к своим... Это будет как подарок для вас от жизни, от судьбы. Карта лилии – это карта высокого общественного положения. Лилия предвещает счастье, радость. Она предвещает хорошие перспективы на будущее. И она будет говорить о том, что вы находиться будете в окружении... настоящих людей, хороших людей, друзей, и что у вас, возможно, даже появится какой-то покровитель у кого-то со временем. Поэтому не надо отчаиваться, ориентируйтесь в этот день на карту Солнца и работайте над своими новыми перспективами, новыми планами, новыми проектами, не обращая внимания ни на каких гадюк, которые там ползают и шипят, ни на каких дизайнеров, которые припираются в вашу жизнь и что-то там творят в них. Все, дорогие мои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго и до новых встреч. Дизайнеров всех мы посадим на колья.